храме Христа Спасителя в воскресенье прошла хиротония архимандрита Феодора в епископа Алатырского и Порецкого, которую возглавил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Хиротония – это посвящение человека, который дает право совершать таинства и обряды. Представитель русской церкви напутствовал епископа Алатырского и Порецкого Феодора на служение и вручил ему архиерейский жезл. На богослужении в храме присутствовал и глава Чувашии с супругой.